чудо ебучее, блин. Всем привет, с вами Пскьюзи, да, и сейчас я вам покажу, как кликать 10 кпс, 10-9 кпс обычным кликом, не напрягаясь, то есть вам не нужно будет изворачиваться и все такое. Начну с предыстории, в общем-то. Как у меня это вышло, почему я кликаю 10 кпс, типа, и как вообще этому научился. Изначально я играл на очень плохих серверах PvP, и мне приходилось постоянно много кликать, чтобы не откидываться, чтобы типа вот такой вот, потому что там, кроме, в принципе, кликинга, ты никакого преимущества в PvP получить вообще не мог. Поэтому приходилось только быстро кликать. Раньше я кликал одним пальцем, то есть вот так вот. В принципе, я и сейчас так могу кликать, но мне не очень комфортно это делать. Мне комфортнее двумя, потому что я давно перешел на два пальца. И, ну, типа, один палец поддерживает второй, так, в принципе, очень комфортно. Вот. Когда я пришел на Хапиксель, у меня было уже 10 кпс, все удивлялись, типа, what the fuck. Но потом я купил себе мышку Bloody, она была плохая, у нее был тяжелый клик, то есть было тяжело нажимать на кнопку. В сравнении с предыдущей мышкой, у меня была какая-то траст-мышка, короче, no name, забейте. Перейдя на Bloody, я очень сильно потерял в скорости клика, это было 7-8 кпс. И, как вы могли видеть, несколько месяцев назад я кликал тогда еще 7-8 кпс, даже уже на Logitech, потому что я слишком сильно привык к 7-8 кпс. Поэтому да, даже когда купил Logitech, и здесь ультралегкий клик, вообще это самый легкий клик, который я только вообще где-либо видел. То есть легче, я могу так просто кинуть мышку, и я случайно нажму. Я типа реально полностью рука расслаблена, я просто кинул мышку, и у меня нажимается кнопка. Итак, я вот на рабочем столе, у меня здесь вот есть такой кликер. Он вообще-то показывает, сколько кпс вы делаете, и вот. То есть 9-10 кпс у меня вообще абсолютно спокойно получается. И сейчас я вам покажу вообще, как это делать. То есть смотрите на вебку. Чтобы вам развивать ваш КПС, чтобы у вас получалось все больше и больше, вам нужно напрягать кисть. То есть это работает практически как при джиттер-клике. То есть люди вот так вот джиттер-кликают, вот. Вам нужно... Есть вообще два варианта. Это либо вы вот так вот стараетесь и стараетесь переводить от этого джиттер-клик, вот как вы джиттер-кликаете. Вы стараетесь переводить в обычный клик, то есть чтобы вы вот так вот постепенно-постепенно могли ложить палец. То есть... Это один вариант, но у меня так не получилось научиться, поэтому я просто напрягал кисть и пальцы. И когда ты напрягаешь кисть и пальцы, у тебя через время очень сильно устает рука, но это того стоит, потому что начинаешь гораздо быстрее и лучше кликать. То есть на практике вам достаточно просто зайти на какой-нибудь PvP сервер и просто кликать, стараться как можно сильнее кликать и все. Если вы хотите научиться кликать, это, в общем-то, все вообще. Типа, я не понимаю, почему для людей это так сложно, почему никто... Все таки фак, как делать 10 кпс, на самом деле это очень просто. Вот наша SkyWars игра, в общем-то, да, Insane Mode, Solo, да. Так, почему я вообще считаю это лучшим видом кликинга, особенно для SkyWars, то есть, возможно, для каких-то других отраслей это не очень круто, типа 10 кпс, но для SkyWars я считаю это лучшим, во-первых, потому что это... Значительно большая стабильность, чем при джиттер-клике. То есть у вас не дернет руку, вам не нужно трясти как-то рукой. То есть нет, я знаю, что есть люди, которые вообще не трясут рукой при джиттер-клике. Но еще есть тема с тем, что вообще типа сложно контролировать другие какие-то айтемы. Типа вот вроде инвентаря. Вам нужно как-то очень сильно передвигать руку. То есть кто-то джиттер-кликает вообще вот так вот одним пальцем. Вот в джиттере у тебя так, а там нужно удочку кинуть, вам нужно полностью менять хват руки. Это достаточно неудобно, по моему мнению. И вообще... Обычный клик в этом плане, он просто бесподобен, то есть... я тут чуть-чуть утонул, потому что я слышу сверху пиздилку, я не хочу получить по лицу. Он в этом плане бесподобен, ибо вы очень быстро можете делать все те же вещи, которые вы не можете получаться делать джиттер-кликом. Так, я тут подсосал двух пацанов, собственно. Давайте убью вот этих. А, я тут крыса, оказывается. Собрался. Давайте я зарашу этого. Черта. Возможно, у меня не всегда получается 10 кпс, но это потому что есть разные игровые ситуации, в принципе, когда, например, нужно очень сильно повернуть мышку. Это, типа, может чуть-чуть помешать. Так. Сейчас, секунду, я его подкрыть. Если забьем пацана рукой, проверяйте.
Не получилось, хули у пацана. L. Я L, пацаны. В общем-то, вот такой получился ролик. Я надеюсь, он был для вас информативным и вообще, в принципе, интересным. Напишите комментарии, что думаете насчет этого. И напишите, какие следующие темы для роликов. Ну, типа, что мне записывать вообще? Я не знаю. Я тут вообще не знаю, что записывать. Поэтому да, давайте, херачите. А я пошел, мне еще домашку делать. Все, пока.